китаечку, вон они какие. И будем варить варенье. Отбираем на килограмм песка, сколько нам надо яблочков. Один к одному. Килограмм песка и вот столько яблочков. И теперь мы их помоем. Листочки уберем, а вот ножки оставим. Будет как вишенка. Да, вот как вишенка. Прям берешь за веточку и кушаешь. Веточки отберем и помоем. Красота. Они тоже с запахом пахнут. Все. Вот помоем на килограмм кусочек. Помоем их. Яблочки помыли. Дерево у нас яблок осыпное. Там столько яблок. Это море. Вот. Берем яблочки. Ложим их в мисочку. И засыпаем песочком. Засыпаем песочком. Килограмм песка. Отправляем на плиту вариться. Газ маленький, пока включаем. Маленький газ. И все, варится налейка. Как даст сок, будем помешивать. Добавляем пол стаканчика водички, чтобы сок дал. Пол стакана воды. Все. Добавили два резаных яблочка, по половинке отрезали. И мешаем. Ну еще столько не да, сейчас дастся. Красота. Помешиваем. Не забываем помешивать. Помешиваем, помешиваем, стоим и мешаем. Сахар еще не растворился, яблоки еще не готовы. Сахар начинает растворяться, скоро яблоки сок дадут. Целенькие яблочки, за веточку берешь и кушаешь. Варенье закипело, помешиваем и варим 5 минут. И это чтобы сразу кушать яблочки. Если на зиму хотите варенье, надо варить 20-30 минут. И потом класть в банки. Для хранения зимы. Вот, 5 минут засекаем и варим 5 минут. Уже яблочки все это растрескались и будут хорошенькие. Сок дал, этот цвет поменялся, сок дал. На средненький огонь делаем и 5 минут ждем. Пеночку снимаем. Пенки много. Снимем пеночку. Еще раз помешаем. В течение 5 минут мешаем и снимаем пенку.
помешиваем. 5 минут прошло. Выключаем с огня и накладываем в розеточку. Немножко постоит. 5 минуточек пусть постоит без огня. Немножко постынем и наложим в розеточку. 5 минут прошло, накладываем в розеточку. Яблочки целенькие, прям можно так кушать. Сиропчиком. Ну, накладываем в розеточку и можно кушать. Прям брать за веточку и кушать. Приятного аппетита. Получились вот прям такие яблочки целенькие. Можно прям яблочко за веточку брать. Вот так. Наверное, прям там усыпано. Вот так.